Шоколадная мастерская Диана Руди и музей шоколада в Анапе – это наслаждение сразу для четырех органов чувств. Невероятного дизайна фигурки хочется рассматривать, осязать, слышать их запах и, конечно, пробовать и пробовать еще и еще. Мастерская изысканных шоколадных изделий, отлитых с ювелирной точностью, единственная в Краснодарском крае. Своеобразный шоколадный лувр, по которому даже устраивают экскурсии. Вкусный и полезный продукт, открытый еще древними цивилизациями индейцев-альмеков, настоящие плоды и бобы какао – вот они, съедобные экспонаты. На 23 февраля и 8 марта в ходе 26-й международной выставки «Анапа. Самое яркое солнце России» владелица мастерской Диана Руди предлагает не хлеба и зрелищ, а шоколада и зрелищ. Можно приобрести различные подарки. У нас более 1000 форм на самые различные тематики. И мы можем сегодня поддержать практически любую тему. Будь то календарный праздник, какой-то профессиональный или подарки, связанные с хобби изготовить для человека или с какими-то жизненными ситуациями. Поэтому всегда можно скомпоновать очень интересный, и вкусный, и оригинальный подарок. Шоколадная мастерская Диана Руди предлагает участие в мастер-классе, где начинающие шоколадье своими руками могут изготовить свой шоколадный сувенир. В Анапе, на улице Самбурова, 58.